27 октября второй всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов подошел к концу. В Музее истории Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония награждения участников конкурса. Важно отметить, что в конкурсе приняли участие студенты 9 федеральных университетов. Я хотел бы поблагодарить Казанский федеральный университет и организаторов данного конкурса за высокий уровень проведения конкурса. Мы посмотрели город Казань, прикоснулись к истории этого великого города и нашего всего государства. Награждение проходило по трем направлениям – социально-гуманитарное, естественно-научное и инженерно-техническое. Напомню, что мероприятие прошло в рамках программы развития деятельности студенческих объединений и сетевого взаимодействия федеральных университетов. Тематика работ достаточно обширна, начиная с каких прикладных вещей, заканчивая астрофизикой, теоретическими работами. Поэтому очень рад, что выиграл, что оценили мою работу. Действительно, все работы были очень-очень сильные. А вообще конкурс, на самом деле, очень хороший. И я рад, что проводится в Казани уже не первый раз. Цель проведения конкурса – это вовлечение студенческой молодежи в научно-исследовательскую деятельность федеральных университетов России. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.